После полового акта я по-прежнему чувствовал себя подавленным, а после удушения это состояние пропадало на 100%, рассказывал он на допросе. Малейшие замечания, тем более выговор, вводили Михасевича в сильный стресс. У него пропадал аппетит, он не хотел никого видеть, и только убийство могло вновь вернуть его к жизни. После очередного преступления Михасевич чувствовал прилив энергии и был готов работать две смены подряд. Эксперты Института Сербского выявили у Михасевича склонность к сексуальным перверсиям, а именно к садизму, но признали вменяемым.